Ребята, всем доброе утро. Вы на канале «Пиратская жизнь». Как всегда, с вами Нина, Вова. Последний раз из этой столовой. Прекрасно. Вообще, все, микс. У меня бодрячок, позитивчик. Потому что мы едем домой. Ребята, сколько здесь народа. Пипец, вы не представляете. Утро, утро субботы. Или что такое? Я не знаю. Это у нас это выходной. Народу просто жечь. Завоз кролик. Да. Тут я, короче, взяла себе нут попробовать. Взяла себе микс салата. Там был. Свеженький поднесли. Народ лезет без очереди. Сейчас вот такая. Вот так вот. Горяченький сосиски принеси, я тебе горяченький снимала. Свеженький. Не понятно, что. Ну, ну тут тоже горох. Только вы там. Горох или горох. Там. Горох. Ага. Все, ребятки, сейчас кушаем, идем собирать чемодан. Остатки. Основное мы сложили. Бутылки мы упаковали. Там у нас по-быстренькому. Сейчас помоемся. Все. Вещи кинем на ресепшене, пойдем гулять. Держите все. Ага. Такие дела. Спасибо, как говорится, этому дому. Пойдем к другому. Другому, да. К родному. Напоследок решила взять эти вареньки. Вкусно. Как это? Все принесли. Свежие сосиски, свежие вот эту вот запеканку принесли. И вот эту. Сознали. Спецзаказ для пиратов. Для пиратов все самое лучшее. Честно, как-то есть не особо хочется. Потому что после шашлыка, знаете, как-то он еще не успел там переварить. Да. Это даже тебе не макароны, не макароны кушать. Сегодня морковка. Не кабачки. Ну да. Кстати, кабачки мы ждем. Ты пошутила, а мы запомнили. Целый килограмм. Да. Каждый час. Жареных. Жареных? Да. Каждый час. Может, кабачковый... А, у нас же кабачковый край. Да. А, ты, Вовчик, как раз, смотри, любит эту икру, постоянно берет здесь. Мы откроем банку икры. И вспомним. Кабачковый. Я думала, почему там кабачковый край? Я думала, типа, похоже, черный, черный, красный. А это вот почему, потому что Даша винегрет. Я даже не просекла. Краб, кстати, вкусно. И я, кстати, такую же икру замечала у нас в магазине. Вот вчера, конечно, все обошли. Уже остатки. Сырные кабачки одели валют. Угу. Хотеть дальше. И что не нужно от бабушки дальше? Знаешь, получится девушка Даша. От девушки Даши. Ну как не звучит? Не пойму, да? Баба Даша не надо, говорит. Ну так не надо. Она все-таки еще молодая, красивая. А бабушки разные бывают. Молодящие есть. Есть. Молодые. Даш, мы с сарказмом. Ты не только не обижайся. Меня тоже можешь обозвать. Это мы бренд придумали. Для кабачковой икры. Да. То, что ты нам будешь каждый час слать, да. Мы будем делать. А мы будем делать новым шеф-ножом. Вот. И назовем твою честь. Так как кабачки-то от тебя будут. Да. Нормально. Жрать можно. В общем, ребятки, еда здесь нормальная. Приезжайте. Ну, как нам сказали наши зрители, Андрей Губин. Даже он нас смотрит. И в Сочи парк-отель тоже неплохо. Так что, те, кто засирают, получается, они, видать, это, ожидали лобстеров на завтрак. А получили сосиски в тесте. Лангустов, да? Да. А их здесь нету. Да. Ну, что-то мне так захотелось, самокопку. Тут просто... Да, в принципе, это
И в других отелях нету. Тут морковка очень вкусная. На завтрак. Да? Да. Не знаю, тоже есть. Где? Кстати говоря, в Абхазии, Апсуана отель, там на завтрак. Лобстер? Нет, нет, там не лобстер, там красный икру. А, твою икру, рыбу. Рыбу? Да. Это форель. Там форель. Это на обед, наверное. На ужин, по-моему. Mm-hmm. Не, ну просто представляете, форель, запеченная, там все дела. Даже Хилтон нету лобстеров. А завтрак? На завтрак нету, зато выходи на ужин и ешь. На ужин, да. Угу. Не, реально, сейчас народ столько много, прям пипец вообще. То, что мы пришли как всегда поздно. Ищите отель в Рэдисон, потом Богатырь. Слушайте, это ваш отель. Слушайте, мы пришли как всегда поздно, народ дефилили еще. Я говорю, новый завоз кроликов. Сейчас они все будут там разводиться. Там хуже гид ждет. Это да, они сейчас покушают и уйдут. Да, пока не... Тепленькие. Да, да, да. Они пока сонные, за покусали. Да. Их развезло. Сейчас будут пополусонные, им сейчас корочки будут тирать. Я заметь, у нас в Абхазии принесли последний момент на вот эту вот бухашку. Когда мы уже усталые, да-да-да. Когда нам налили, и все, народ потек, извините выражение. А там до уже, этого она ехала, что сказала? Я не куплю. Оговорочка по Блинфрейду. Чего? Сейчас, говорит, мы приедем, вас, говорит, разведут. Да. Она прям реально ошиблась. Разведут, говорит. Ага. Ой, то есть, хотя развезут. Ну, а получилось? Разведут. По правде. Сделали нормальное вино? Развели, ну, и потом ехали. Ну, может быть, они, конечно, немножечко дороже. Там, ну, рублей на 100, на 150. Ну, а знаете, где? Во всяком случае, там, по крайней мере, они, надеюсь, это несут за вас ответственность. Не то, что несут, они... То есть у них есть адрес, у них есть все остальное, у них есть лицензия. Сосиска. Они несут ответственность за блин свой брат. По крайней мере, они никак в машину не прыгнут и не полетят. Летящая походка в закат. А вот эти вот, которые здесь, их вот припугнили каким-нибудь доблестным представителем. Власть. Полиция, да. Они же быстренько, раз, руки, ноги и свали. И здесь вот пусто будет. Хотя они наглые, блин, я в них камеру тыкала, прикиньте, они не наглые, они до сих пор приходят. Мы идем, они нам вино продают. Вообще. Ну, далеко на них все туристы одно лицо. Хотя море так приятно. Стальные. Габаритные. Васильки. Бактики. Брендовые. Забрендировали. Вот зря мы на Васильку гонимся. Васильку с чем? Коктейль. Это пижама. Между прочим, когда вы покупаете удобно. Это Кельвин Кляйн, а он гомосексуалист, вы их поддерживаете. Ой, сейчас тебе скажут, что гомофоб. Нет. А чё? Тем самым вы поддержите их своими деньгами. Да? Да. Гомофоб? Нет. Вот это. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был таким, поддерживайте дальше. Гомофоб? Нет. А здесь я все больше закапываешь. Уж лучше, брат, молчи. Какой брат у тебя? Сестра. Какой тебе брат? О, видите, гомофоб. Я люблю таких бородатеньких, мордатеньких, жопатеньких. Девочек, да? Да. Вот я сама. Знаешь, тебя там мальчик называют? Что там? Вова, что там с тобой за рыжий мальчик сидит? Где? Здрасте, меня зовут... Мино. Нет, Мино это... Здрасте, меня зовут Вася. Ну что-то мы домой едем, у меня настроение поднялось. Петя, ешь давай. Еще мыться и будем укладывать остатки. Волос. Это что осталось? Это парик. Уже. Сейчас снимем.
Так что не купайте море, ветер а то это будете вот такие, как, не надо, парики. Да. Там прям на блин пляже продают парики. Косички делают, клеют африканские. Это у меня неудачный эксперимент, да? Пришлось это парикёрчик снять быстренько. Да, быстренько, да. Слава богу, нашли. Гнездо. Такой же рыженький, как и были. Котик от местного обрели. На пляже. Котика просили покормить. Котика обрели. Давай, чтобы он поделился волосами. Не хочу я ее. Ну, вкусная. А я не хочу. Слышь ты. Давай слышь кушай. Ты, давай, ешь, ты давай. Не встанешь, пошел. Пока не выйдешь. Пошли, давай. Как мамку себя ведем. А то котика больше не найдем. Он брайвер, правда. А я. Тепленько. Классно со столом брать, да? Ну да. Вы вон. На попу. Ой, бля. Так вытирает со стола. А посмотрите, сколько народу. Вообще. Это пипец. Это еще мало. Это еще я малая уверена, часть. Я уверен, минут 20 назад, в смысле не 20, пару часиков назад, когда только все открылось. Здесь вообще был аншлаг. Здесь просто аншлаг был. Я не знаю. А вот мы что, так лежали, валялись. А он тоже скачал. Че, блин, не спится. А потом, а, вчера вечером так. Футбол смотрели, новости смотрели. В 9 часов вечера они, наверное, все. Да. А хотя, блин, подожди. Если мы слышали, что они там смотрят футбол, мы тоже сидели в номере. Мы были в номере в 9 часов. Ничего. Так я говорю. Мы, они в 9 часов вечера. Мы бронировали места. Короче, это. Да, мы, кстати, места забронировали, все прошло. О, в какой-то веке не кофе есть. Кофе. Офигеть, да? Кофе. Это вот я нашел, где. Да, места мы забронировали на сайте авиакомпании «Россия». Взяли там дополнительное питание, а то вдруг Вовчик не долетит. Да. Не сахар в организме упадет. В обморок. Шара ебнется. А я его не допру. Да-да-да. Здесь плюс 10. Кстати, приедем, взвесимся. Мне кажется, я немножко набрала. Когда кажется, скрестится. Тебя хрен. Говорит, я худяю. Я что, я худаю. Да. Очень красиво. Вкусно и приятно. А, кстати, вкусно. Я что-то так оценила запеканку. Творожную. Вообще. Никогда творог не любила. Прям тема. Допивай, допивай. И пошли. Значит, там много-много дел. А, блин, время неумолимо летит. Неумолимо. Я сказала, разбуди меня без 15:09. Я чё? Ага. Просыпаюсь в 9:40, он тут лежит, играется. Я, у меня будильник разбудил тебя. А меня кто разбудит после будильника? Чего? Будильник будет тебя. Ты, а блин, потом встала, меня будешь ты. Ты, блин, встала в 8:30. Не будем говорить, что мы там делала. А потом плюхнулся и заснула. Я тебя будил. Честно, будил. Как ты меня будил? Пинал. Нифига не пинал. Пинал. Вот сейчас придешь и будешь, блин, увидишь. Я бы хочу уже пока. Мне понравилось. Надо дома тоже научиться творога делать. Да, да, да. Яички немножко, маночки. Кстати, да, здесь манка есть. Здорово. А как ты его, это сделаешь таким? Он будет тебя... жидким. Ребятки, это был последний завтрак в этом отеле. Ну, как у нас крайний, не будем загадывать, мало ли что. Отель неплохой, в принципе. Приезжайте. Приезжайте в Сочи. Так, на этом видео у нас все. Мы пошли собирать вещи, как говорится, мыльно-рыльные и прочее. В общем, в любом случае, к вам еще сегодня подключимся. Так что не забывайте подписывать наш канал, поддерживайте наши видео лайками, оплачивайте проезд на самолете домой к нам в виде лайков, пишите комментарии. А сегодня на все, всех люблю, всех целую, всем пока. Пока.